Dance TV UA. Ты with us all day. С нами Озон. На каком уровне сегодня находится паппинг в Украине? На самом деле сейчас паппинг начал, к счастью, развиваться семимильными шагами. Появилось очень много молодых перспективных танцоров. К сожалению, проводится не так много мероприятий, как бы хотелось. Но очень хорошо, что они вообще проводятся, что есть вот такие мероприятия, как Joint and Jam, Адреналин у нас в Украине. И на самом деле сейчас паппинг вышел на вполне достойный уровень, чтобы конкурировать с европейскими танцорами и хорошо представить нашу страну. Танцоры довольно часто представляют на международных ивентах паппинг, наши украинские танцоры. Да, в последнее время, последние года полтора довольно часто. И это, в принципе, радует, потому что есть хорошие результаты. Украинских танцоров приглашают уже не только участвовать, но и иногда судить, иногда дать мастер-класс. Я считаю, что, в принципе, это хороший уровень уже. А когда судишь, что в паппинге оцениваешь в первую очередь? О, конечно же, технику, разнообразие под стилей, смену уровней, насколько человек взаимодействует с танцполом. Очень много факторов, но в первую очередь, конечно же, танец. Танец, потому что это в первую очередь танец, извините за каламбур. Это имеет место быть. Тебе сегодня джин-джем? Насыщенно, жарко, массово, но хорошо, что он есть. Как должен питаться профессиональный танцор? Ну, я думаю, это довольно-таки индивидуальный вопрос каждому. Да, главное, чтобы с умом. Что такое джем для танцора? Это в первую очередь обмен. Обмен тем, что ты чувствуешь, что ты несешь через танец. То есть без, скажем так, соревновательной жилки. Скорее всего, просто обмен как опытом, так знаниями и чувствами того, что ты несешь. Это Joint Jam Festival, Озон специально для Dance TV UA. Dance TV UA, ты with us all day. Тут танці, врубайся, і що би тобі не казали, підпишися на нас.